Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». В ефірі програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми поговоримо про пневмонію як ускладнення грипу, про заходи профілактики та методи лікування. Сьогодні у нас в студії шановна гостя пані Тетяна Василик, обласний позаштатний пульмонолог. Я рада вітати вас, пані Тетяно, в нашій студії. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители. На початку нашої зустрічі я пропоную вам переглянути відеосюжет, який підготували мої колеги, про те, як миколаївці борються із грипом і його можливими ускладненнями. Миколаївці до сезонного захворювання ставляться спокійно. Профілактику проти грипу та застуди проходять за допомогою різних засобів, у тому числі і народних. Лук, чеснок, постійно, і ще мед. Только бегаю и хожу. Вот это самое лучшее здоровье. Без таблеток, без всего. Я, в принципе, не болею. Я пью витамины. Оксалиновая мазь помогает, говорят. Советуют врачи, по крайней мере. Лікарі нагадують, що ефективна профілактика проти грипу – щеплення. І якщо ви зібралися купувати вакцину від грипу в аптеці, дотримуйтеся температурного режиму. Без цього ліки не будуть дієвими. За словами медиків, ГРВІ від грипу відрізнити легко. Останній з перших днів може протікати у важкій формі. Вірус грипу відрізняється клінічно тим, що він проявляє себе більш агресивно, ніж у ОРВІ. Это высокая температура до 40 градусов и надсадный сухой кашель, который может сопровождаться с резкой ломотой в мышцах, в суставах, сопровождается выраженным отвращением к еде. Наскільки добре фармацевтичні заклади міста забезпечені медпрепаратами проти грипу, ми вирішили переконатися особисто. Працівники аптек заспокоюють, дефіциту як доступних за ціною, так і більш дорогих ліків проти сезонної хвороби немає. Є і маски, оксалінова мазь, і бахіли, все є, що необхідно. Проти грипу, проти простуди можна взяти чайки, фармацитрон, там, грипа, цитрон, антифлу, різні чайки є, фервекс, маліна є. Для чего, смотря какая, или простуда на начальной стадии, или если же надо подключать противовирусный препарат. Сейчас простуда, сейчас вирус такой, еще мутирует, тем более этот вирус H1N1, то есть как бы, ну, многие спрашивают, потому что лечить его надо. У іншій аптеці нас також переконували, що в них є як протисимптомні, так і противірусні препарати. Оксалінова мазь є, масочки закінчились, але сьогодні не будуть. Проти грипу антибіотики зараз все беруть. Ціни на пігулки проти грипу коливаються від 15 до 170 гривень. Однак краще не забувати про підтримку імунітету, робити профілактику, а при перших симптомах хвороби звертатися до лікаря. Отже, як ми почули, необхідно звертатися до лікаря при перших симптомах. І про такі ускладнення, як пневмонія – після грипу ми сьогодні поговоримо. А також, якщо нам дозволить час, я пропоную поговорити і про загальну пневмонію, тому що теж сезон, коли пневмонії, на жаль, багато. Що ж це за захворювання? Чим воно таке страшне? Пневмония – это острое инфекционное заболевание, которое поражает респираторные отделы нижних дыхательных путей. Чаще всего это пневмония бактериальной этиологии, то есть она вызывается бактериями – пневмококк, стафилококк, стрептококк – и вызывает определенные клинические изменения, которые определяются врачом при прослушивании, при простукивании больного, при расспросе больного. Гриппозная пневмония, она, конечно, немножко отличается от бактериальной пневмонии по своему протеканию. Действительно, она является осложнением гриппа или часто очень серьезным осложнением гриппа, потому что склонность именно вируса гриппа к поражению нижних дыхательных путей, он и определяет возможность развития вот этих тяжелых пневмоний. В первую очередь поражается альвеолярно-капиллярная мембрана, то есть та структура, которая отвечает за кислородный обмен в организме. И вот тотальное повреждение альвеолярно-капиллярной мембраны может приводить к так называемому развитию синдрома острого повреждения легких или острого респираторного дистресс-синдрома, который может проявлять себя как не кардиогенный, то есть не вызванный кардиогенными причинами отек легких и протекает достаточно серьезно, достаточно тяжело, иногда с необратимым
необратимыми изменениями вследствие вот такого тотального поражения. Поэтому врачам и населению очень важно знать, что эти пневмонии различаются. Если при бактериальной пневмонии эффективными являются антибиотики, потому что вызываются эти пневмонии бактериальными, такими микроорганизмами, как бактерии, и антибиотики, они достаточно активны против этих возбудителей, то вирус гриппа – это микроорганизм, в основе которого является вирус. И, конечно, антибиотики, они на вирус не действуют. И здесь требуется раннее назначение именно противовирусных препаратов, то есть тех препаратов, которые действуют на вирус, инактивируют его, выводят с организма и не дают возможности развиться вот таким тяжелым, необратимым последствиям, которые, к сожалению, сопровождают грипп и вот такое осложнение, как гриппозная пневмония. Дякую за відповідь. Шановні глядачі, я хочу нагадати вам, що ми працюємо у режимі прямого ефіру, і ви можете поставити свої запитання нашій гості за номером телефону 76 92 42. Цей номер час від часу з'являтиметься на наших екранах, тому, будь ласка, телефонуйте, набирайте наш номер і ставте свої запитання. Я нагадую, сьогодні ми говоримо про пневмонію як ускладнення грипу, засоби профілактики та способи лікування. І також говоримо про бактеріальну пневмонію. Отже, пані Тетяно, ми розуміємо, що кожен, хто дбає про своє здоров'я, думає про те, які профілактичні заходи вжити для того, щоб вберегти себе, своїх близьких від грипу і можливого ускладнення пневмонії. Які ж профілактичні заходи є ефективними, до чого варто звернутися і як подбати про своє здоров'я у такий сезон загострення, у сезон високої захворюваності? Мы различаем два вида профилактики. Это специфическая профилактика, это проведение прививок своевременной, которые являются наиболее эффективными для предотвращения развития тяжелых форм гриппа и, в свою очередь, осложнения тяжелыми гриппозными пневмониями. И проведение химиопрофилактики, то есть применение противовирусных препаратов в определенных групп высокого риска. И также имеется общая профилактика, которую каждый житель должен проводить. Это правила личной гигиены, это частое мытье рук, мытье лица, это проветривание помещения, это частая влажная уборка помещения, потому что во влажном помещении вирус гриппа, он менее активный и быстрее инактивируется. Это, конечно, если есть больной человек, избегать непосредственно контакта с ним. Больной человек, если он находится у вас в помещении, он должен носить масочку. Больному человеку необходимо выделить отдельную комнату по возможности, чтобы было тепло, достаточные объемы питья, то есть должно быть обильное питье до 1,5 литра в сутки в виде чаи, морсы, соки, то есть достаточное количество теплого приема. И, конечно, это своевременное обращение к врачу. Никогда не надо заниматься самолечением, особенно в тот период, когда сейчас у нас идет этот грипп, к сожалению, есть достаточно активный и агрессивный, это штамм H1N1, который протекает во многих случаях тяжело и дает вот такие тяжелые осложнения, как гриппозные пневмонии. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Да, больного надо уложить, если есть возможность, в отдельную комнату, постельный режим, дать обильное питье. Все остальное лучше выполнять по рекомендации врача, потому что даже жароснижающие препараты, которые мы можем назначать в течение обычного ОРВИ безбоязненно, при гриппе определенные лекарственные препараты, которые входят в состав жароснижающих препаратов, они противопоказаны. Это аспирин, который может вызывать очень тяжелые осложнения в виде поражения головного мозга, в виде поражения печени, так называемый синдром Рея. Поэтому именно тоже и жароснижающие препараты должны быть тоже только по назначению врача. Є дзвінок глядача, да, і потім ми повернемося до теми профілактики. Алло, доброго дня. Добрий день. Доброго дня, як вас звати? Алла Юрьевна. Алла Юрьевна, слухаємо вас. Сейчас йде третій тур прививок. Ребенку 2 года. Можна ли сейчас сделать прививку в этот період? Дякуємо за дзвінок.
Нагадую, що ми спілкуємося із обласним позаштатним пульмонологом, спеціалістом дорослим лікарем, але, можливо, ви можете дати рекомендації? Ну, по рекомендації наших епідеміологів і республіканських епідеміологів, прививка може проводитися в будь-яке час. Звісно, вона найбільш ефективна в предепідемічний сезон, тому що в це час формується імунітет, защитні свойства організму, виробляються антитіла, тому що для того, щоб сформувався імунітет, виробка пройшла антител протипогріпозних, требується 2 недели. Тобто, якщо больной, якщо ребенок заболіє в цей період, после проведения даже прививки все равно ему нужно проводить терапию, лечение противовирусными препаратами, потому что в этот период еще иммунитет не сформировался. Но учитывая, что вот так тяжело протекает эта инфекция, и мы не знаем, насколько длительно вот этот будет эпидсезон, насколько длительно будет, поэтому прививать возможно, но только после консультации с педиатром, с врачом, чтобы оценить общее состояние ребенка, возможно ли ему применение данной вакцины, нет ли противопоказаний в данной ситуации. Только врач определяет все вот эти нюансы. Угу. Да, пожалуйста. Дякую за відповідь. Сподіваюся, що ця інформація стане у нагоді вам, шановні телеглядачі. І ще раз нагадую номер нашого телефону 76-92-42. Будь ласка, телефонуйте, ми у прямому ефірі. Ви сказали про те, що у випадку захворювання необхідно звертатись до лікаря. Самолікування може дуже серйозно нашкодити пацієнту. А як самолікування і пізнє обращаємось, тому що іменно применение раннее применение противовирусних препаратів, оно оказує ефект, тому що активні препарати в основному все-таки в перші 48-72 часа. Більш пізнє назначення, да, назначаються, да, вони уменьшають симптоматику, но іноді ці змінення вже можуть бути необратимыми, и врачи уже не смогут помочь в данной ситуации. Угу. Тобто, це ситуація, коли краще бути на варті свого здоров'я. Маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, доброго дня. Здравствуйте. Будь ласка, назвіть себе. Це сидить Тетяна Николаївна, так? Да? Так. Да. Я хочу сказати їй большое спасибо. Це тиждень назад вона мене витягнула. Я чуть не умирала. Вона мене спасла, Люба, ще за 5 днів. Спасибо вам большое, дай Бог вам здоровья. И теперь я сама лечусь по вашему методу, и спасибо вам большое-большое. Дякуємо вам за дзвінок. Будьте здорові, не болійте, берегіть себе. Будьте здорові. Отже, шановні глядачі, можете переконатись, фахівець високого рівня у нас в студії може відповідати на ваші запитання і зараз консультує всіх нас з теми профілактики та лікування пневмонії. Якщо говорити про профілактику, хіміопрофілактику, ви вже сказали про неї, чи можливо її самостійно собі назначати? Чи теж це той випадок, коли самолікування може нашкодити і навіть профілактичні заходи краще призначати у лікаря? Только врач назначает химиопрофилактику. Обычно она назначается у групп больных, которые имеют высокий риск развития и тяжелого гриппа, и таких осложнений, как гриппозная пневмония. Это группа больных с хроническими заболеваниями. С хроническими заболеваниями легких, таких как хроническое обструктивное заболевание, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, хроническими заболеваниями сердца, печени, почек, с эндокринными заболеваниями, такие как сахарный диабет и ожирение, у лиц со сниженным иммунитетом, это и больные ВИЧ-инфекцией, онкобольные, гематологические больные, это и беременные, которые тоже необходимо проводить химиопрофилактику. Возраст тоже играет большую роль в развитии осложнений, и если больной свыше 65 лет, особенно если 80 лет, то, конечно, подвергается более высокому риску развития и тяжелого гриппа, и таких серьезных осложнений, как пневмония, кроме этого еще может быть и миокардит, то есть поражение сердца гриппозное, вот, и осложнение со стороны нервной системы, и осложнение со стороны почек. И такие больные, конечно, должны обращаться обязательно к врачу, врач должен посоветовать, какой метод, оценить ситуацию, оценить тяжесть заболевания и назначить данный метод лечения. И мы маем еще один звонок. Алло, доброго дня. Я по такому вопросу. У меня дочка заболела тоже. 42 года. Ну, она обратилась к врачу, вот собирается идти на больничный, но я все равно переживаю. Потому что у нее как бы уже пошло осложнение. Она болела гриппом, потом пошла на работу и снова повтор. А вот почему люди умирают в Украине? Может, просто нет медикаментов для лечения этого свиного гриппа?
Дякуємо за дзвінок. Всі случаи, которые были зарегистрированы смерти, к сожалению, да, подтвержденные от вируса H1N1, они все проанализированы в министерстве, и все случаи, это было в первую очередь поздное обращение, несвоевременное лечение, то есть уже развились, как я говорила, необратимые изменения в легких, тотальное поражение легких, альвеолярно-капиллярной мембраны, синдром острого повреждения легких, когда уже, к сожалению, все методы, которые были применяемые уже в терапии в острой ситуации, они оказались неэффективными. Питання було, чи вистачає на сьогодні медичних препаратів для боротьби з грипом та пневмонією? Медицинские учреждения обеспечены специфическими препаратами, потому что это специфические препараты, которые назначаются врачом, поэтому пока их в общей аптечной сети нету, поэтому тут решает врач, назначить этот препарат, есть необходимость назначения или нету, по ситуации. Дякую. И еще один звонок. Алло, доброго дня. Добрый день. Будь ласка, назвіть себе. Я хотела попросить так. Мой муж 74 года, проболел дважды мокрым плевритом уже. Теперь ситуация такова, он дома, но я не знаю, чего дальше делать. У него ежедневно, ну, пропивает он таблетки, те, которые выписали в больнице, вот, но все равно задышка и вода набирается. Вас цікавить, чи є потреба в подальшій госпіталізації? Так. Да. Дякуємо за питання. Ну, понимаете, не видя больного, очень трудно оценить ситуацию, почему развивается плеврит. Так я поняла, что у больного плеврит. Плеврит – это тоже заболевание, которое может сопровождать очень многие заболевания, являться осложнением многих заболеваний. Очень часто это сердечная патология, когда и ослаблена работа сердца, когда сердце из-за сердечной недостаточности работает хуже, и часто скапливается жидкость в плевральных полостях, отеки нижних конечностей. То есть причину этого плеврита по телефону, конечно, в эфире, конечно, трудно определить. Вот, поэтому, конечно, все-таки вызывайте врача, советуйтесь с ним, просите, возможно, консультации необходимы. Вот в данной ситуации нужно так поступить. И потребна консультация, насколько я разумею, самого пульмонолога, потому что плеврит – это рідина… Рідина, яка є ускладненням дуже багатьох захворювань, не обов'язково пульмонологічного. Пульмонологічного значно рідше вона виникає, значно чаще вона є з ускладненням інших ситуацій. Тому повинен подивитися терапевт, от, і далі він повинен оприділитися, куди, кому, на якого спеціаліста направити на консультацію даного хворого. Дякую. І продовжуючи нашу основну сьогодні тему – пневмонія як ускладнення грипу, давайте поговоримо, власне, про лікування цієї пневмонії. Яка на сьогодні існує схема лікування? Чи обов'язково потрібна шпиталізація хворого, тобто лікування на стаціонарі? І чи, власне, відрізняється лікування пневмонії сьогодні від тієї схеми, яка була традиційною раніше? Чи враховується мутація вірусів на сьогоднішній день? Ну, я так понял, сначала вас интересует антибактериальная терапия, то есть бактериальные, да, пневмонии. Бактериальные пневмонии, как и гриппозные, в том числе пневмонии, мы проводим лечение согласно протоколу. Эти протоколы разработаны на основании протокола Всемирной организации здравоохранения. Обязательно учитывают чувствительность препаратов к данным возбудителям. И у нас в Украине тоже проводилось исследование, которое определяло, какие возбудители циркулируют, каким препаратом они чувствительны. Вот. И мы видим, что достаточно хорошая чувствительность бактериальных пневмоний и к защищенным аминопенициллинам, который является основой протоколов лечения пневмонии, бактериальных пневмоний, и цефалоспоринов, и макролидов. Поэтому они согласно протоколам и назначаются. Что касается гриппозных пневмоний, мы уже говорили, что они вызываются вирусом гриппа. И, конечно, тоже идет мониторирование чувствительности этих вирусов. На настоящее время считается, что хорошая чувствительность к озальтамивиру или тамифлю, занамивиру или роленца. Эти два препарата, они рекомендуются в протоколе лечения тяжелого гриппа и таких осложнений, как гриппозная пневмония, применяется в лечении этих пневмоний. Значит, что я хочу сказать, что мы должны когда заподозрить пневмонию как осложнение гриппа. Грипп, он тоже протекает очень агрессивно, то есть с высокой лихорадкой, как мы уже слышали сегодня в нашем видеосюжете,
внезапная высокая температура до 39-40, высокий интоксикационный синдром, головные боли, боли в суставах, ломота. Но это все-таки не осложненная форма еще гриппа. Если же присоединяется выраженная одышка, то есть больной начинает задыхаться, что характеризуется увеличением частоты дыхательных движений. То есть если мы в норме дышим 16 дыхательных движений в минуту, то одышка это может составлять и 24, и 26, и до 30. Также учащенное сердцебиение, снижение давления, цианоз, то есть посинение слизистых оболочек, общие интоксикационные синдромы, резко выраженные с нарушением неврологической симптоматики, то есть нарушением сознания, потерей сознания. Это все, конечно, должно очень насторожить и больного, и врача, и это может быть проявлением, конечно, и пневмонии. Гриппозная пневмония, она отличается от обычной, то, что я говорила уже, что она неэффективна. Антибактериальная терапия именно при первичной гриппозной, и она не всегда хорошо диагностируется вследствие того, что она не вызывает вот этих физикальных изменений, то есть то, что выслушивает врач при обычной бактериальной пневмонии, то есть вот этих классических хрипов, крепитаций, которые выслушивает врач при гриппозной пневмонии, вначале этого доктор может не прослушать, поэтому больше обращать внимание именно на такие симптомы, как одышка, ухудшение состояния, нарушение сознания, падение давления. Вот эти симптомы, они должны насторожить в плане того, что возможно развитие пневмонии. И, конечно, своевременное назначение рентген-исследования, проведение рентген-исследования, то ли флюорографии, то ли рентгенографии, которая помогает диагностике гриппозных пневмоний и своевременной госпитализации, и своевременной проведения терапии. Скажіть, будь ласка, флюорографія і рентгенологічне дослідження, чи вони однаково можуть бути інформативними у випадку грипозної пневмонії? Да, при пневмоніях ці методи, вони достатньо сопоставимі. Чи можуть виникати випадки, коли лікар буде призначати рентгенографічне дослідження кілька разів за хворобу, тобто дослідити динаміку? Да, може бути таке, тому що от іменно ця грипозна пневмонія, вона протікає молниеносно. І бувають случаї, коли при обращенні больного, при рентген-исследовании нічого не обнаруживається, і потім доктор бачить ухудшення ситуації, усилення цієї одышки, інтоксикаційного синдрому, і буквально через кілька часів повторяється рентгенографія, і вже на контрольній рентгенограмі ми бачимо вже змінення в отрицательную сторону, то есть отрицательная динамика может происходить. Скажіть, будь ласка, при випадку такого завчасного звернення до лікаря, при виявленні перших симптомах, можливе лікування вдома? Чи обов'язково треба шпиталізація? Ну, госпіталізація в основному назначають, це тяжелі форми грипа, вони підлежать госпіталізації. Беременні все-таки рекомендують госпіталізуватися, тому що теж протікати може тяжело, і така та група повинна бути під наблюденням врача. От, легка і середньотяжелая, воно може відбуватися в домашніх условиях, лечения, если тяжелая форма гриппа, либо, конечно, если осложненная теми видами, о которых я говорила, пневмония, миокардит, это, конечно, обязательная госпитализация, это стационарное лечение. И еще про лечение бактериальной пневмонии, про яку ми теж говоримо про сьогодні, на сьогоднішній день як актуальну тему, її лікування можливе взагалі без антибіотику? Тому що сьогодні ми знаємо багато наших глядачів проти зайвого призначення, скажімо так, антибіотиків. Чи все ж таки тут варто не сподіватися на те, що пневмонія є абсолютним показанням для назначення антибактеріальної терапії. Бактеріальна пневмонія, тому що це визивається бактеріальною бактерии, и по-другому инактивировать, вывести этот микроорганизм из организма человека невозможно. И если не проводится эта терапия, то это, конечно, большой риск развития очень тяжелых осложнений, потому что не только гриппозная пневмония, к сожалению, может приводить к неблагоприятным исходам, но и тяжелое или поздно начатое лечение и бактериальной пневмонии тоже может привести к неблагоприятным исходам. Я дякую вам, Тетяна Миколаївна, за те, що сьогодні завітали до нашої студії і на питання глядачів встигли відповісти, і основні моменти щодо профілактики та лікування грипозної пневмонії або пневмонії як ускладнення після грипу ми з вами висвітлили. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувались із пані Тетяною Василик, обласним позаштатним пульмонологом. Будьте здорові, стежте за всіма симптомами, які можете відчути, і тоді ви не пропустите можливого ускладнення
захворювання, якщо воно все ж таки може виникати. І пам'ятайте, самолікування шкодить вашому здоров'ю. На все добре, до побачення. Всього хорошого. Спасибо.